Так, друзья, приветствую вас на моем канале. Сейчас покажу, как вот таким флюсом можно паять алюминий. Трубочки разного размера и прочее, прочее. Первое. Для того, чтобы нормально паять алюминий, нужно иметь нормальный паяльник. Вот такой вот 100-ваттный. Можно 80-60 ватт, но не 20. Жека, тебе привет. Итак, будем паять вот такие вот алюминиевые трубочки. Вот там пруточки, трубки и так далее. Вот, будем их паять. Сейчас, секунду, включу подсветку. Окей. Видео будет чуть длинным, но меня просили весь процесс показать, поэтому покажем весь процесс. Как просили. Начнем с маленького диаметра. Значит, смотрим, да? Вот у нас сама труба. Первое, что нужно сделать, это я здесь уже для теста паял. Нужно взять ватную палочку и нанести на спаиваемую поверхность, нанести вот этот раствор. Вот. И ждать полдня. Шутка. Ну вот, подождать. Оно сразу начнет белеть. То есть слой окисла начнет разрушаться под воздействием этого флюса. Ну и в это время, естественно, вы по максимуму разогреваете свой паяльник. Максимально, чтобы он был горячий. Так. Вот, видите, белеет, начала белеть труба эта. Так, берем паяльник. Берем олово. И вот делаем вот так. Вот так вот. Вот так, как я. Дыма будет много, нужна вытяжка. Вроде он как бы не совсем кислотный, но тоже не конфета. Я про флюс. Так. Сразу все не получится. То есть вот первый слой нанесли. Опять вот так берете, смазываете. Он опять белеет. Вот. Берете. Сейчас, секунду. Ну, то есть это довольно такое муторное дело. И довольно грязное. Так, продолжаем. Все, пошли. И вот так его маслаете. Так, сейчас. Минус этого флюса в том, что очень сильно загаживает медное жало. В этом, конечно, его минус. Так. Опять покрываем. То есть сразу, если покрыть, если тонкий слой, там, допустим, алюминий, как я в прежнем ролике, в предыдущем показывал, пайка кабеля, то там можно чуть-чуть нанести. Но здесь же у нас, к сожалению, не тонкая поверхность, не маленькая, поэтому надо постараться. Так, и так, берем и продолжаем. То есть наша цель — прогреть максимально эту поверхность, дабы слой то, что окисляется, исчез. Вот мы так лудим ее. Лудим и лудим. Так. Ну вот мы облудили. Видите, да? В видео я покажу, как я спаяю две трубки. Сейчас я ее промою, хотя надо еще, наверное, нанести. Секунду. Так. Еще раз пробуем. Уже веселее.
То есть надо делать 3-4 захода. Наша цель же равномерно покрыть оловом трубку. Поэтому мы ее вот так вот и маслаем. Так. Я же говорю, очень большой минус этого флюса, то, что он сильно загаживает жало, очень сильно. И появляется такое на поверхности штука, накипь такая. Так, ладно, сейчас я это промою. Так, ребята, промыл я. Вот такая вот, как видим, она. Сейчас, секунду. Хорошо залудилась, нормально. Равномерный слой. Здесь просто больше олова. Так, берем. Это уже не трубка, это пруток. Опять же наносим слой флюса. Сразу алюминий белеет. Входит в реакцию. Да, но предварительно я нулевочкой зачистил поверхность. Видите, он белеет. Так, сейчас опять же берем паяльничек, вводим его. Уж больно противная пленка образуется на поверхности жала. Так, итак, начнем. Начнем. Потихоньку, видите, слой разрушается. Это радует. Вот. Вот по мере прогревания. Так, сейчас я, наверное, возьму оселок и сниму этот слой с жала, потому что уж больно портит мне всю картину. Это все дело. Это как раз в тему тем зрителям канала, которые говорили: «Ой, ты не показал сам процесс». Я ж к чему и веду, что сам процесс довольно длительный. Так, пришлось мне на паузу заставить, потому что чистил жало. Уж больно его этот флюс жало сильно подпорчивает. Так, итак, продолжаем. Все, жало нормальное. Медь с него сходит нормально. Вернее, олово. И вот такими движениями наносим на пруток олово. Как видим, прекрасно оно наносится. Очень хорошо. Даже лучше, чем на более тонкую трубку. Дыма, конечно, до хрена. Вот смотрите. Вот алюминий. Вот так вот. Теперь можно попробовать спаять их. Вместе две трубки. Сейчас их равномерно нагреем, хотя, в принципе, можно сильно-то и не греть. Сейчас, момент. Так, все. Так, момент. Такой вот эксперимент.
Запаяли. Еще можно добавить флюса. Вот смотрите, жало сразу, проблема с жало, да? Сразу начинает покрываться таким слоем нехорошим. Вот. Сейчас я помою, покажу, какой получился контакт. Оставлю пока на паузу. Так, вымыл я. Водой моется флюс, но лучше спиртиком. Ну, в общем, водичкой сначала вытираю, вымываете его. Так. Так, вот такой вот получился очень хороший контакт. Вот смотрите, вот я пытаюсь. Показываем, какой контакт. Ничего не отваливается. Вот, вот алюминиевая трубка. Пытаюсь ее гнуть на разрыв. Как видим. Ну, как сварка почти. Вот я пытаюсь ее гнуть. Вот. И смотрите, вот. То есть у меня трубка гнется, но не отрывается. Все, ребята, ставьте лайки, пользуйтесь таким способом. Вот, и будет вам счастье. Всем всего доброго, 7-3, до побачення.